Кангаласском Улусе подтопило сенокосные угодья. Идет серьезное отставание по кормозаготовке. На сегодняшний день заготовлено только 2870 тонн грубых кормов. Это всего лишь 7% от запланированного объема. Массовый выход на сенокос компании в начале июля было затруднено погодными условиями и низким травостоем. Большинство хозяев планировали выход на сенокос компанию в конце июля. Но этому помешало повышение воды на реке Лена с 21 по 25 июля. Общий ущерб составляет 1306 гектаров подтопленные сенокосные угодья, и ущерб нанесен на 906 тонн заготовленного сена. На основании этих актов мы будем отрабатывать с Министерством сельского хозяйства и правительством Республики Саха-Якутия.